Сервис предполагает заботу о посетителях, при этом все-таки следует учитывать санитарные нормы. Чем бы вы ни занимались, очень важно не переборщить с усилиями. Длинные волосы могут украшать женщин, а еще могут стать источником неприятностей. Как вы думаете, в чем все-таки проблема? В некачественных материалах или некомпетентности рабочих? Девушка поторопилась выйти из машины раньше времени, но несмотря на то, что машина начала самостоятельное движение, очень повезло, что на дороге не оказалось других автомобилей. Что здесь вообще происходит? Быть может, это какая-то странная тренировка навыков парковки? После этого видео многие люди точно не захотят покупать рыбу в супермаркете. Страшно даже подумать о том, как он моет стены в туалете. Такими темпами этот грузовик не сможет доставить и малую долю своего груза. Вот так выглядит очень прискорбная случайность по невнимательности. Для пса красный свет светофора – отличный повод расходовать лишнюю энергию. Он так старался не поскользнуться, но, как говорят, чему быть, того не миновать. Долго хозяевам дома придется ждать эту посылку. Найдут они ее, скорее всего, лишь когда устроят генеральную уборку. Самоуверенности и глупости ему не занимать. Однако даже он может столкнуться с непреодолимыми обстоятельствами. Мужчина вышел во двор просто проверить погодные условия, но поскользнувшись, у него больше не было шансов вернуться домой. Зачем платить за спортзал, если можно организовать его прямо в лифте своего дома? Кажется, что ветер хотел завладеть конкретно этой машиной, но испугался владельца и исчез с места преступления. Абсолютно в любой работе можно найти свои преимущества и наслаждаться процессом. Если до этого момента его рабочий день был вполне приемлемым, то теперь он оставил по себе максимально неприятное впечатление.
Наконец-то соседские коровы нашли источник пропитания. Вот только, вероятно, хозяева дома будут не в восторге от такого вторжения на их собственность. А раньше хозяева дома не догадывались, что у них есть такой милый, мохнатый сосед. Этот телевизор боролся до последнего. Можно быть уверенным в качестве товаров его производителя. Казалось бы, кто-кто, официанты должны были привыкнуть к огромным стеклянным окнам и не врезаться в них. Очень любопытно, на что он так засмотрелся? Наверняка бы продолжал так стоять, если бы не заметил огромное пятно около машин. Говорят, рутинная работа не требует активности от мозга. Очевидно, что это правда. Аккуратно открыть банку майонеза не так-то и сложно. Но, видимо, для него это задание сегодня оказалось непосильным. В целом, водителю не стоит расстраиваться, ведь могло бы быть гораздо хуже, и груз бы потерялся в пути. Какой бы плохой день ни был, не стоит халатно выполнять свои служебные обязанности. Этот мужчина спас чьи-то чемоданы от рук безответственной сотрудницы. На дорогах случаются не только ДТП и конфликты, но оказывается, злоумышленники могут воспользоваться моментом, ограбить и попытаться быстро скрыться с места преступления. Нередко наличие записи с камер видеонаблюдения помогает в полицейских расследованиях, ведь благодаря им можно оперативно установить личность подозреваемого. Друзья, надеюсь, наше видео вам понравилось. Будем рады лайку под этим видео и подписке на наш канал. До встречи в следующих выпусках!